Тогда можно на время просто вот так вот, кто первый попадет туда, засекать время и так туда. Ага, ну ладно. Злата бутылку тащила. Пока мы там спорили, кому бутылка, Злата ее забрала. Дайте на бутылку. Паша, осторожно, тут детский маленький. А где мой везун? Я его убрала, вижу. Подожди, Варь. Ну... Зачем? Ой. Зачем? Ну, чтобы он никуда не попал раньше времени. Все пирамидки, пазлы. Где наша бутылка? Вот, вот она. Я уже пытаюсь ниточку попасть. Так, ну у тебя понятно, что получится. Ну-ка, она тоже. Вот на таком шоколаде. У нас же просто дальше попала. Хорошая будет. Да, понятно. Так, это чемоданчик? Да, про чемоданчик вот все. Подождите, подождите. А мне не там, мама. Да, там чемоданчик. Хоть и маленькая. Я случайно ее Зойка. Малышенька. Можно, конечно. Вот она лифт. Ну разве что ты же соберешь теперь? Это теперь конкурс для мамы и для Маши. Да нет, там его папа собирал. Папа. Мама, ну нереально это собрать. Ну собирай, удачи. Тише едешь дальше будешь. Нам это дальше. Я инфицирована с этой временем. Теперь Злата будет довольна. А это когда он закончится? Слушай, ну в 2020-м, по-моему, 2 года. Ну, недолго. Какой? Ну, 5 лет уже. Так нет, последние 2,5 года же они должны быть несложными. Ну, что сказать? А он уже оглядывается. Осталось. Что?